Здорово, работяги. Чё? Всем здрасте. Здрасте. Блин, за ухо это отцепить, а стащить другое ухо, то я не буду тебя слышать. Фу, опять невкусного чая мне налил. Ну, как всегда, вот. С кленовым сиропом, да, написано. С каким нахер кленовым сиропом? Тефтельками воняет какие-то. Ну да, при том, что клен вроде как не дает сироп. Поэтому он тефтельками воняет. Ну, тефтельки тоже сироп не дают, я думаю. А, так, что у нас там по звуку? По игре. Ту-ту-ту-ту-ту. Ага, все вижу. Окей. Окей. Так, сундук, почему он закрыт? Да нахера ты сундуки собираешь? Но все равно меня смущает закрытость этого сундука. Ну а нахера их собирать? А куда нам идти? А. Ну, пока не и, а вот сюда. Пока не и, а вот сюда. Окей. И давай, синьки. Что ты тыкаешь? Ничего. Сейчас будем разбивать. Цепь. Этих чуваков. Ну, ты как помнишь, они держат цепь. Да. Баланс. Мы будем ломать эту цепь. Мы будем ломать их, чтобы сломать цепь. Ну... А наверху на Олимпии я когда пытался вытащить, помнишь огонь? Он не вытащился, потому что они тянут цепь. Я же все помню, что ты мне рассказываешь. Ты людям рассказываешь, которые не помнят. Так. Мне сказали, что лучше их добивать, этих сирен, церберами. А я прочитал. Мне сказали. Ну, я, короче, там, где ачивменты смотрел, как пройти лабиринт, не умирая ни разу. Там говорят, что вот этих вот сирен сраных, их лучше это не нулить, а добивать. Бить до последнего. А почему не нулить? А, потому что, когда, короче, ты нулишь, они потом опять это поднимаются и долбят тебя. И если их просто колупать... Опа, это что такое? Я здесь не был. Вот, если их долго колпать, короче, они быстрее разваливаются. Вот такие дела. Как ты здесь не был? Ты же был здесь. Нет, вон там вот такой, что я заходил за куток. Вот. Я думал, там какой-нибудь сундук. Сундучок. Так, там ребятишки уже подошли. Хорошо, и остался последний судья. А можно это? Ой, да нет, давай Кратос. Повторяю. Хоп. Ну-ка, ушел туда. Что-то тихо, да, стала игра? Или... Да. А, или... Это просто музыки нет никакой, наверное. Да нет, это у нас, наверное, тихо, потому что... А, я врубил. Так, даже громче не делается. Что странно, должно, он должен громко делать. Но не делает. Да ладно, нормально, в принципе, слышно. Так вот. Ладно, не. Ясно. Хотел в ухо вставить я наушник, но не получилось ухо вставить. Вот. Да, теперь я слышу чуть-чуть. Такая дверь палевная, да? Нет. Не палевная? Опа, сундучочек у нас. Ну нахера? Ну, просто открою все сундуки. И там еще внизу у нас сундук. Бумс. Кстати, записку я же брал, поднимал записку.
огонь, крики, мне страшно, почему отец не защитил нас. Судьи велели мне... А, ну да, играли с зрителем, ба-ба-ба, это мы читали точно. Подожди, ну она исчезла. Хм. Я что, я прошлый раз не прочитал? Ой-ой-ой. Так, давайте, ребятки, вы отходите. Вроде с щитом, да, а ему он что-то не помогает. Да? Кого щит? Вот у них щит был, а он а, ну у меня эти цесусы, они же ломают, разбивают щит. То есть ты настолько опасный человек, что тебе можно вообще не выходить. Да. Что ты тут мутила? Он бесит вообще, да? Не знаю, не сатир нет. Вообще. Меня он прям раздражает, он во всех частях раздражает, этот сатир. А, он развалился вроде бы. Еще один? Я нашел против него прием. Нет. Бля. Тихо. Да умри ты уже. Успокойся с миром. Окей. В общем, вот. Все, ломаем ее. И... Обратно к... А, обратно к... Пандоре. Она же нас ждет на кубе. На кубу. Ну, вообще, да, надо как-то сейчас обратно. Че, спрыгнуть-то мне? Да там же не прыгается он. Есть же нормальный путь. Ладно. Цесусы. Ну, а было сейф оставить, что-то я... Че я не оставил сейф, а вчера, скажи мне? А потому что ты затупил. Да, затопил. Оп. Вот и все. Сломали, пацаны. Ага. И возвращаемся. Я спешу как только могу. Я не могу быстрее, извини. А передо мной не извиняешься. Меня только пиздит. Тебя Зевс не это, не похищает. То есть мне надо, чтобы меня Зевс похитил? Так, подожди, я сосредоточен. Да я тебе что мешаю? Окей, быстренько. Пандора! А я уже... Пандора!
Афина! Все хорошо, Кратос. Помни о своей цели, спартанец. Помни, что тебе пришлось вынести. Скрепи сердце, спартанец. Ты знаешь, что должен сделать. Я подниму лабиринт. Я доставлю ее туда, где ее место. Хорошо, смотри, вон там сундук образовался. Да ну давай не пойдем за ним. Погоди, я не могу. У меня вижу сундук. Сундукомания какая-то. Вижу сундук, хочу сундук. Беру сундук. Наркоман. О, да, сундучок. Я бы еще пробежался бы, ну ладно. А, вижу сундук. Хочу. Подожди, они опять, я же брал эти сундуки. Сундуки. А кто-то меня уверял, что в игре они появляются второй раз. Да сундуки. Не появляются, они должны. Ага, и что это второй я раз? Я не знаю, может, забаганулась игра. Угу. Кто ж ее знает? Угу. Хорошо. В общем, надо поднять. Для этого Кратосу приходится опять лезть наверх. На Олимп. Три дня и три ночи? Нет, уже не так. Три дня и три ночи мы это на Кроноса заползали. Прикинь, как руки устают, да? Ты видел, какие у него руки? Ну и что? Я вам бог войны. Кажется, ему вообще накласть. Нет, ну ты бы смог подняться? Конечно. Ты бы не смог подняться. Ты бы метров через 300 уже все сдох. Угу. Это лицо вот это угрожающее. Абсолютно. Вот так вот. Вот так вот. Да. Давай, толкай. Правильно ли я делаю? А, да, что-то цепь там поднимается. Дал он нифигу, да заняться, всякую фигню придумал. Mm-hmm. Ну вот он наш ларчик Пандоры. Что так все трясется быстро. Чисто за цепь, да? Ну нет, она же по цепи спряталась специально, чтобы это ничем не пришибло. Типа умная, что ли? Ну типа того. Ну ладно.
она большое жирное увидела. Страх. Да фу. Да ладно. Вот оно. Я вижу его, Кратос. В глухой тьме огни надежды укажут путь. Пандора, нет! Ты знаешь, зачем я здесь. Ты для этого привел меня сюда. Я найду другой способ. Нет, Кратос, другого способа нет. Пусти меня! Нет, дитя! Я уже не дитя! Мне больно! Кратос, помоги! Отпусти ее, Зевс! Твоя одержимость этим существом начинает раздражать меня, сын мой. Отпусти девушку, Зевс! Не заблуждайся насчет нее. Это одно из творений Гефеста, а не твоя плоть и кровь. Но говорить тебе об этом уже слишком поздно, спартанец. Твоя забота о Пандоре — жалкая попытка искупить убийство своей семьи, и она повергла Олимп в хаос. Посмотри, что ты наделал. Так уж. Немного шпаклевки и краски будет новенько. Я вижу лишь то, что пришел уничтожить. Когда-то я сжалился над тобой, и это была моя ошибка, Кратос. А ты сжалился над этой тварью, и это станет роковой ошибкой для тебя. Она тут совершенно ни при чем. Нет, она всему причина. Отпусти ее! Как пожелаешь. Хрен его знает. Но у нас Зевс тут. А мне будет показывать? Все как видно хорошо. Она же уже встала, ну подойди ты к огню, да? Над, Зевс, подгорай, над. Ай-яй-яй. Так, походу надо это клинками его добить. Может, мечом? Или меч не поможет? Да, клинки. Клинки решают. Смотри, он клинки не блокирует. Блин. Ой-ой-ой. Ай, ну блин, это же Зевс, господи. Да ёб тебе за ногу. Сидеть, дед, блин. Дошло до него, спускается по сути. А, ты видишь? Я-то никогда не видел, не смотрел, что сзади происходит. Но я тебе буду говорить. Я только что заметил, что она реально спускается. Ну, чуть не в ту сторону поставил. Да, ёпти.
пиздец, конечно. Что так сложно-то, а? Надо ему да. Вата. Ладно, и с самого... Господи. С самого начала, что ли? Ёб тебя за ногу. А, нет. Это с того раза, как ты его уже этот... Да, походу, ну. Это же Пандора выстоит. Так она изначально стояла. Ладно. Дед старый, давай, иди это. Тебя, блин, престарелый, что ли? Хорош. Че не сидится, да, детку на пенсию? Сиди, получай свою пенсию. Смотри, фильм. Да? Обсуждай политику. Блин, это не парируется. Не, это первая еще. Первая стадия. Походу. Потому что во второй там машина уже будет. Пандора будет уже получать. Какой-то там стопник. Да, 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 да. Сколько ночи? Да еб тебя за ногу. Как из второй части, то что парировать это. Да он на тебя, ты на него. Сестра будет. Да, есть. Ну, что сейчас ты показала? Дед, да давай, успокойся. Наконец-то, блядь. Почему не слышно, не после КТЕ это? Со всех сторон. Ага. Успокойся. А, так, лети. Успокойся, дед. 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 Дед, ты пьян. Хорошо. Ай. Выхватил? Да, выхватил от старого деда. От папоньки? Бухой батя. В тот момент, когда батя пришел бухой домой, и это, сын пытается дать ему пизды. А где? А вон она. Давай, Пандора, быстрее там лазь. Блять. Блять. Зевс, остынь. Ай, я же парирую эту атаку, нет? Вот где вторая. Что-то стрелы от него взлетают вообще. Блин, какая хорошо подбежал.
Она в цепи застряла. Ладно. Дед, стой! Жалкую жизнь не подведи, не погуби ее так же, как свою семью. Вот это поворот. Пандора? Ничего нет? Ничего нет. Пусто. После всех твоих исканий, после всех твоих жертв, все кончилось очередным позорным поражением. Андрей, там ничего нету. Я вижу. Там пусто. Мы сожгли Пандору для пустоты? Она сама себя сожгла. Андрей. Ящик пуст. Серьезно? Там надо дощечку поднять сверху, и там внизу лежит. Это ж фокусник. Фокус, фокус. Ну, в общем, осталось только одно. Че? Допинать деда. Так его еще найти надо. Что это за голубой ошмёт? Смотри, сейчас все объяснят. Ты мне ничего сказать не можешь, что ли, блин? Да. Вообще. Зачем что-то тебе разговаривать? Никогда не разговаривает со мной, всегда молчит. Придёт с работы и молчит. Чё с тобой говорить? Ни слова не промолвит. Ладно, знаю, ничего уже не будет. У меня всё полно. Какой разгром. Придется потрудиться после того, как убью тебя. Сразимся, отец! Покончим с этим раз и навсегда! Да, сын мой. Время пришло. Да, сын мой. Ой. Ты кидаешь что-то там? Это можно парировать? Блин, как его парировать, а? А-а-а-а. Господи, я вообще не помню ничего здесь. Да ёб тебя за ноги. Песни поется, да и маска, ха-ха-ха. Поется там. Там поется. О, гея. Пришел конец.
Ты жива? Мой мир истекает кровью из-за тебя. Спартанец, я никогда не желала твоей смерти. Но ты не оставил мне выбора. Твоя пешка подвела тебя, Гея. Может, тебе стоило выбрать кого-то другого? Довольно. Отец и сын умрут вместе. Здесь мы уже были. Если ты помнишь. Если я и помню. В самом начале. В самом начале. Мы были внутри Геи. Мы были внутри Геи? Я тебя сейчас стукну. А, мы сейчас ее сердце разрушать будем? Вспомнил. Да? Серьезно? У меня здоровья мало что-то. Серьезно? Подожечь надо, что ли? Чё? Чё отключили? А теперь будет сложно. Так, во-первых, набираем, возвращаем здоровье. Так, это полностью, да? Хорошо. Готово? Тихо! Будь здорово! Ах ты. Дед старый, блин. Гребаный пердец. Да, но здесь это дамажит больше. Он сбивает у него баланс. А если у меня будет мало здоровья, то можно вот так будет. И главное ему не давать то же самое делать. Сейчас, да? Да, потому что он будет пополнять силы свои. Ох ты, здрасте. О, козла двое. Это Noob Saber. Кого? Он в этом, в Mortal Kombat так же делал. Раздвоялся. Раздвоился. Помнишь черненького такого? Не даем ему. А, ну да, было. Было. Куда ты там собрал? Да кого? Почему? Главное десерт. Не давайте ему, короче, подходить. Самому придержаться поближе. Стой, не трожь. Да ёб тебя. Сделай щиты. Какие щиты? Твою мать. А. Так, чувак, давай мне. Ну.
Тех не было у меня же магии. Какой-то сложно. Ну это Зевс все-таки. Ты-то хрен знает, как это того ходить, я вообще не представляю. Так, главное не давать ему взять. Дай мне здоровьишко. Блять. Да, здесь на Титане, наверное, вряд ли пройдешь. Я не представляю себе. Мне надо быстрее его ломать, как кента. Я все равно не понимаю, зачем Пандора пострадала. Смотри.
Ты чё, Тарас Бульба? Да? Пусти свою душу страх, Кратос! Я тебя породил, я тебя убью. А почему? Игра забаговалась или нет? Или я туплю просто? Хорошо, нас Зевс продолжает мучить. Ну, такие чисто флешбеки. Кратоса посещает. Ты видишь свет. Он изменит тебя. Пора распрощаться со страхом. Свет откроет истину. Сила прощения в самой душе. Тебя простят. Когда ты сможешь сам простить себя. Фина. Нет, Кратос, стой! Фина, нет!
Кратос. Страх заставил Зевса убить своего отца, Крона. Этот страх стал причиной Великой войны. Из страха Зевс пожелал убить тебя, своего сына. Страхом Зевс дурманит твой разум. Взгляни в глаза страху и срази его. Боги Олимпа покинули меня. И теперь... Ты не забыл этот день, спартанец? Я не позволю тебе погубить ее. Удачи тебе с этой жалкой потаскухой Пандор. Тебе не изменить судьбу смертной. И делай этого, спартанец! Ты получил то, зачем пришел! Пощади меня! Умри, спартанец! Сегодня ты одержишь надо мной победу! Но потом... Идем. Я покажу тебе дорогу. Давай, надо было сразу. Ящик. А он будет полный? Страх богов, тем больше росла моя надежда. Сила, чтобы убить бога. Наконец-то! Не знала, что он будет пустым. А ты знал? Ты тоже не знал, да? Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Надежда умирает после. Ага. Опять.
За бороду его давай, это деда старого. У тебя экран заморался, я протру. С другой стороны заморался. Ничем помочь не могу. Возмездие. Давай, добивай его. Сейчас палец отвалится, нафиг. Да я это нажимаю. Нет, я хочу бить деда. Я тоже хочу бить деда. Так, у тебя все пальцы устанавливают, а потом что делать будешь? Дорогие мираж. Жди, а ты мне. О, протерли. Разорви его на части. Точно все мы пиздец. С кем не бывает. Ты выполнил задачу, Кратос. Люди свободны от ярма Олимпа, очищены хаосом. Теперь они готовы услышать то, что я хочу сказать. Оглянись вокруг, Афина. Весь мир лежит в руинах. Некому слушать тебя. Иди, если хочешь. Но сначала отдай мне силу, что хранилось в ящике Пандоры. Ящик был пуст. Этого не может быть. Я вижу это в твоих глазах. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Она все еще в тебе. Разве ты не понимаешь? Когда Зевс собрал все бедствия и спрятал их в ящик, я страшилась того, что будет, если ящик откроют. Поэтому я поместила в этот ящик самое сильное оружие из всех существующих в мире. Говорю тебе, ящик был пуст. Пандора погибла напрасно. Она погибла из-за моей жажды мести. Ты ошибаешься. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Я сама это видела. Если только... Конечно. Открыв ящик, ты выпустил все самые ужасные бедствия. В лицо богам. Ты изменил их. Сам Зевс стал жертвой этих бедствий. Вот почему он был так озлоблен, так желал твоей смерти. Его поглотил порок, страх. Я думала, что силы, что я поместила в ящик, все еще там. Все эти годы я думала, что ты использовал темные силы ящика, чтобы уничтожить Ареса. Но я ошибалась. Ты взял из ящика мою светлую силу. Откуда у тебя сила, с которой не смог совладать Зевс? Сила, способная одолеть даже страх. Она скрыта в твоем сердце. Надежда.
Она жила в сердце, в плену твоей вины и стыда за содеянное. Ты смог убить Зевса, потому что что-то пробудило в тебе эту надежду. Что это было, Кратос? Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Что это было, Кратос? Я помню лишь то, что я потерял. Поэтому ты должен отдать мне эту силу. Я знаю ее истинную сущность и знаю, где ей место. Я верю, что ты поступишь правильно, Кратос. Не стоит. Ты обязан мне, Кратос. Я ничего не должен. Я сделала тебя богом. Я спрятала тебя от гнева Олимпа. Я помогла тебе отомстить Зевсу. Все кончено, Афина. Ты осмелишься пойти против меня? Опять? Моя месть свершилась. Вот это поворот. Глупец! Что ты наделал? Нет! Сила принадлежит мне. Никто другой не знает, что с ней делать. Ты разочаровал меня, спартанец. Хера там дрянь. Ничего не понятно. Что не понятно? Как тогда четвертая часть выйдет, если он умер? Ну, мы-то теперь-то знаем, что он не умер, господи. Вот. Объясни мне, недалекому человеку, почему Афина решила все-таки ему помочь, чтобы он убил Зевса? Да. Она была против. Ну, видимо, увидишь, у нее были как бы планы на силу, которую Кратос откроет. Ну. То есть достанет ящик Пандоры. Видимо, она хотела стать, не знаю, одним богом для выживших. Избавиться от многобожья, править всем сущим. Я думаю, что где-то так. Но она корыстная, у нее цели были. Да? Ну ты же завидела, она же у него это просила ее вернуть силу обратно. Почему боги сошли с ума, ты знаешь. Ну да, это понятно. Это их одолели до пороки. Просто я вот не понимала до... А единственная сила надежды, она осталась у Кратоса. Она и помогла ему одолеть. А как он тогда? Зевса. Он же все равно умер. Как он будет в четвертой части? Как это? Ну, вот не знаю, такая... может нам в четвертой двери. Части объяснят. Ну, не четвертая, это будет перезапуск. Как бы. Может нам объяснят, почему он остался. Как он остался. Там у него такая дырень в животе. По факту он бог. Да ну и чё? Ну он такой же станет, как и Афина, ну, вот ну, прозрачный. Ну нет, Афина, хрен знает, какую сущность она перевоплотилась. Тоже здесь какой-то непонятный момент. Во что она превратилась? В общем, опять же непонятно. В общем, что? В общем, Ascension, да? Ascension еще остался у нас. Опять же, непонятно ни хера. Да, почему все понятно? Да непонятно ни хера. Он пожертвовал собой, чтобы развить силу надежды по миру.
чтобы каждый, то есть, humanity приобрел частичку этой надежды. Что? Идиотская игра. Не будем больше играть. Сейчас ты будешь играть или нет? Не будешь играть. Ладно, давай, наверное, скипнем титры. Ха! Понятно. Титры-то не скипают. Тихо! Это не Деймос. Деймос говорит. Блин, я сейчас... я сейчас загуглю. И посмотрим, как, что там поется. Давай. Текст надо набрать. Набери текст. Чтобы текстом выдало, а не... Музыка опять. А, та-та-та. Сейчас узнаем, как называется этот трек. Ты смотри. Сейчас я... Прослушаю, у меня там не подробно было, случайно. Нет. Нет. Вот она. Окей. Так, я и нашел. Это Rage of Sparta. Геральт Марино. Так. Лирик. Что там у нас идет? Все работает. Блин, я хрен знает, что они там поют. Но это опера. Текст песни. Dextras, Prima, Orbis, Tempora, Diem, Ex Dei. Где ты, Деймос? Здесь я походу на латыни. Или это греческий? Не, ну слышится так. Deimex. Вот, Деймос, они поют. Ну, я же говорю, Деймос. Ой, не умеешь, все, выключай. Умбра, Декс, да подожди, ты должна посмотреть еще это. Кого? Пост-титры этот. О, на французском запели. А, это что, латинский, да? Тень, Декстрас, первый новый свет, Темпора. Господи, вообще хрен прибей. Может это... Да ну нафиг, давай. Греческий. Без понятия какой-то язык, ладно, не суть. Деймос, блин. Ну, пожалуйста, дайте мне конец. Там просто ролик еще покажут. Постигровой. Че в ролике будет говорить? Сейчас увидишь. Секрет.
Че сказать не можешь? Это секрет. Че сказать не можешь? Это секрет. Че сказать не можешь? Это секрет. Че сказать не можешь, сука, бля. Не матерись меня на стриме, только я могу материться. Да что ты, блин. Ой, зачем я наушники жую? Я не знаю. Не надо, просто. Дай твои пожалуй. Не надо, они и так доживают свой век. Сасаки. А, чё, всё? Комплект Entertainment Asia? Блин, нет, не всё ещё. Асия. Дайте мне матнануть, а? Матнануть? Да фигово, кстати, когда не дают возможность скипнуть титры. Ну, кстати, ну это бывает такое, что в некоторых играх, я не знаю, даже не могу пример привести, но я попадался, что финальный катсцена привязана к титрам, и если скипаешь титры, не видишь ее. Чайник ту горошек. А где он? А где он? А он где? Ты мне скажешь? Теперь на небесах? 20 апреля узнаем, где он. Так он на небесах. Там. А тело его где? Опять еще? Опарыши съели. Еще один титр. Мы гоним вас титрами за титрами. В общем, что я хочу сказать. А где он? Все, мы оригинальную трилогию а прошли. Где он? Прошли DLC-шные версии. Ой, DLC-шные портативные две части. И у нас остался только Ascension, восхождение. Где мы узнаем, что было с Кратосом, почему он таким стал. А где он? В апреле спросишь. Тогда апрель я уже забуду. Через месяц вот спросишь, когда выйдет. В общем, все. Всем спасибо. И пока. Пока. Боги, вы заплатите. За это. Можно я микрофон наем? Нет. Все, всем пока.